Масштабная коммунальная авария в Риже. 4000 человек остались без света и горячей воды. Людям срочно пришлось забирать детей из детсадов. Дошкольные учреждения закрылись, а сами жители Рижа массово вышли на улицу. Ксения Лукина с подробностями. Сидели. Потом папа приехал, завел эту машину. Мы можем кушать теперь. Машиной 5-летняя Даша называет маленькую газовую плитку. Ее привез из сада папа, настоящий спаситель от холода и голода. Дело в том, что целый район города Реж остался сегодня без электричества и горячей воды. Закрыли даже детские сады. Звонит воспитатель, говорит, забирайте ребенка, кормить нечем, холодно. В садиках 12 градусов, воды нету, отопления нету, теперь еще и света в довесах нету. Родители, побросавшие рабочие места, оказались с детьми не в лучших условиях. Тоже кутаются только по домам. Да, Дашенька, одень, а то замерзла, наверное. Днем жители микрорайона Быстринский предпочитают греться на улице. Говорят, дома еще холоднее. Отопление пока не включили. Спасались обогревателями. А сегодня и их включать в розетку бессмысленно. Раз на всем участке нету света, все сидят теперь голодные. И холодно, дома холодно, очень. Под двумя одеялами спим. Это куда? Днем вообще вот сегодня света не было, и как хочешь, на сухом пайке. Без коммунальных благ осталось более 4000 жителей Рижа. Свет и вода пропали в 39 жилых домах еще в 8 утра. Сейчас почти 4, но авария так и не устранена. По словам рабочих электросетевой компании Рижа, пришлось долго искать место порыва. Чтобы быстрее вернуть свет, было решено перевести жилые дома на резервную линию. Мы сейчас это сделаем, но это временно. Пока не устранят аварию. Сейчас там кабель испытают. Если все нормально, то включат. И мы обратно вернем. Все. Но гарантировать, что свет останется надолго, никто не берется. Электросети нагрузку из-за постоянно включенных обогревателей не выдерживают. Люди включают электронагреватель, правильно? Лето-котлы. Нагрузка возросла. Все, кабельная ставка не выдержала и вышла из строя. Теперь жители Рижа перед непростым выбором. Мерзнуть, пока не дадут наконец отопление, но зато со светом, или греться обогревателями до следующей аварии. Ксения Лукина, Евгений Кузнецов. События ОТВ.